Девушка и не подозревает, что в этой машине не очередной ее клиент. И денег за предлагаемые услуги она не получит. Сотрудники полиции решили ловить бабочку на живца. Переоделись в гражданскую одежду и вооружились видеокамерой. Вот лже-клиент подъезжает к жрице любви. А вот она сама сдает свою напарницу. Подставной мужчина узнает о стоимости и сразу оплачивает интим-услуги. Птичка попалась в клетку. Можно снимать маски. Секс сколько стоит? Тоже пожалуйста. Ну и сколько цену-то говорите? Ну, тысячу, кто две дает? Одна из женщин так и не смогла представить документы. Другая и вовсе находилась в розыске за административное нарушение. Женщины рассказали, что на заработки в город ездят из Яшкинского и Промышленновского районов. Опыт работы небольшой, месяц. В результате рейда сотрудники полиции составили на четырех нарушительниц протоколы по статье занятия проституцией. Мировым судом в отношении каждой из девушек вынесено решение о наложении штрафа в размере 2000 рублей. Со слов задержанных, их ежемесячный заработок составляет 10 тысяч рублей. Сейчас 1/5 от выручки придется заплатить, чтобы погасить штраф. Весьма сомнительный бизнес. Так или иначе, большинство из тех, кого штрафуют за проституцию, вновь возвращаются на дежурство у дороги. А подобные случаи разве что учат быть аккуратнее. Андрей Шачнев, Евгения Дугаева, новости моего города.